Я студент, учусь в Америке. Каково постановление пятничного намаза для меня? Я читаюсь мусафиром или тем, кто находится дома. Также, каково постановление поста? Разрешено ли мне рассокращать и объединять намазы, или же просто объединить по необходимости? Студенты, которые учатся в Америке, Египте, Иордании, Лондоне, Малайзии, Саудии, Бахрейне, Катаре, Эмиратах. Что еще осталось? Хоть на Луне, все они считаются теми, кто находится дома. Им не разрешается ни сокращать намазы, ни объединять их, ни разговариваться в Рамадан. Они находятся дома и стали американскими мусульманами. Но те, кто отправился туда на лечение, на путешествие, по учебе, для торговли, то есть на ненадолго, а затем возвращается, то такой становится мусафиром, путником, и может сокращать и объединять намазы, и разговариваться в Рамадан. А студенты, которые живут там годами и учатся, не могут ни сокращать, ни объединять намазы, и не могут разговариваться в Рамадан.